Школа чести и мужества, областной этап республиканской военно-патриотической игры «Орленок» прошел в столице. В рамках конкурса 250 орлят из всех районов Минской области продемонстрировали свои знания в военном деле. Программу для ребят подготовили насыщенную, спортивные и творческие соревнования, сборка и разборка автомата, оказание первой помощи пострадавшим, тематический квиз. Принимаем участие в военно-патриотической игре «Орленок» и выступаем за свою среднюю школу номер 3 города Мариногорка. Район у нас проходил на базе нашей чести. Готовились мы достаточно усиленно, что к областному, что к районному. В районном у нас были полоса препятствий, что самое интересное, стрельба, конечно же, и также квиз. Конечно же, хочется занять всем первое место. Я желаю, наверное, всем успехов, удачи. Мы приехали сюда, и, наверное, мы самые лучшие здесь. Мы все победители, потому что мы приехали на такой областной этап уже. Мы готовились долго, кропотливо. Привезли команду от нашего района на вот такую замечательную игру «Орленок». Они надели красивую форму. Уже, как говорится, вот они стали красивы, уже им нравится. То есть вот они вот укладывали там, допустим, весь мешок. То есть там я мог лучше того, с такого плана. То есть как бы они заинтересованы. Прежде всего, юношам и девушкам предстояло показать свои навыки в строевой подготовке. В парадной форме команды прошли по плацу, демонстрируя выправку и слаженность. Чуканный шаг, воинское приветствие, строевые песни – один из самых сложных, но при этом зрелищных этапов игры прошел на ура. Примечательно для нас и почетно для нас то, что именно на территории Минской военной комендатуры проводится Минский областной этап состязаний. Для ребят примечательно, что состязания проводятся на строевом плацу, на котором проводятся тренировки к параду войск Минского гарнизона. В составе комиссии у нас военнослужащие рот почетного караула. Я думаю, что для ребят это тоже очень почетно и налагает дополнительную ответственность стараться еще лучше. Хотя, как мы видим, подготовка очень хорошая. Школы и учебные заведения, классы, клубы военно-патриотические очень качественно подготовились. И, конечно же, нам приятно смотреть, как ребята стараются и показывают хороший результат. Победителями военно-патриотической игры стала команда «Пламя» из Дзержинска. Уже в июне ребята представят Минскую область на республиканском финале конкурса.